когда порой влюбляется поэт. Он в рамки общих мерок не вмещается, не потому, что он избранник, нет, а потому, что в золотый свет душа его тогда переплавляется. Кто были те, кто волновал поэта? Как пролетали ночи их и дни? Не в этом суть, да и не важно это. Все дело в том, что вызвали они. Пускай горды, хитры или жеманны, он не был зря сладчайший этот плен. Вот две души, две женщины, две Анны, две красоты Оленина и Керн. Одна строга и холодно, небрежно. Отказ в руке, и судьбы разошлись. Но он страдал, и строки родились. Я вас любил безмолвно, без надежды. Была другая, легкой, как лоза, и жажда, и хмельное утоленье. Он счастлив был, и вспыхнула гроза любви. Я помню чудное мгновение. Две Анны, два отбушевавших лета. Что нам сейчас их святость или грехи. И все-таки спасибо им за это, святое вдохновение поэта, за пламя, воплощенное в стихи. На всей планете и во все века поэты тосковали и любили. И сколько раз прекрасная рука и ветер счастья даже в полглотка их к песенным вершинам возносили. А если песни были не о них, а о мечтах или родном приволье, то все равно в них каждый звук и стих дышали этим счастьем или болью. Ведь если вдруг бесстрастна голова, где взять поэту буревые силы? И как найти звенящие слова, коль спит душа и сердце отлюбила? И к черту разговоры про грехи, тут речь о вспышках праздничного света. Да здравствуют влюбленные поэты, да здравствуют прекрасные стихи!